Сказать, кто убийца, Дворецкий. Он всех убил. Прошу тебя, просто дай мне спокойно почитать. Полундра! Что влечет вас за океан? Медовый месяц. А где ваш муж? Мертв. То есть спит. Спит как мертвый. Сэр, если вы не вернетесь на место, мне придется вызвать копов. Привет, дорогой. Вообще-то мы женаты 15 лет, просто мы были очень-очень-очень-очень заняты. Я чищу зубы. Да-да, я вижу. И делаешь это с особым усердием. Чарльз предложил нам провести с ним выходные на яхте. Притащил на праздник обывателей. Вы актриса, да? Грейс Баллард. Ну, а я Ник Спиц. Это моя жена Элисон. Я... Глазами... Я Одри. Я так и сказал. Ты когда-нибудь дурачилась на лодке? Я могу просто лежать, а море сделает все за меня. Совершено убийство! Мне его вытащить? Нет, он же длиннющий. Слушайтесь моего мужа, он детектив. Сейчас ставлю назад. Не надо назад. Нет! Меня зовут инспектор дела Кола. Я буду вызывать вас на допрос. Такое совершенное колечко, как ему удалось? Кто-нибудь показался вам подозрительным? Американцы! Мы ничего не сделали. Кто-то хочет нас подставить. Мы все делаем вместе. Прошу тебя, раскроем это дело. Как в книжке «Смерть в библиотеке». И чем же кончилась эта книжка? Смертью? Поэтому она так и называется. Про вас твердят во всех новостях. Вы что, кого-то убили? А ты сам в это веришь? Зная тебя... Ты в него стреляй! Это предупредительные выстрелы, детка! Если действовать, то действовать уверенно. Бум! Скорей, скорей, скорей! Феррари! Что? Тестероса! Как в фильмах про Магнум и Пи, у меня усы, как у него! Как так? О, ты что, прикалываешься? Я нарочно, сама не знаю, как все, гони! Знала бы ты, как роскошно смотришься! Тебе, Торбен! Я люблю тебя, дорогой. Look what you just made me do.